Прокуратура Кыринского района Забайкальского края начала проверку после сообщения о нарушениях прав учащегося Любавинской средней общеобразовательной школы. Ранее заступиться за школьника просил блогер Евгений Панасенков. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале прокуратуры региона. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Историк, эпатажный блогер и публицист Евгений Панасенков, более известный как Маэстро, заступился за школьника из села Любовь Забайкальского края, которого начали гнобить учитель и директор из-за непатриотичных вопросов об истории. Панасенков даже выступил с обращением в адрес губернатора Забайкалья с требованием защитить права этого ребенка.